Посадка рыжего. Итак, мне присылают фотографии. Сейчас я чай глотну. Да, слова 300 спартанцев. После этого, когда опять был супер урожай, я впервые собрал 300 ведер с маленького сада абрикосов и не знал, что с ними делать. Видели, вот фотография, там абрикос так и валяется. Ну вот, показывал вам эту, сверху эту самую почву. Вот. Так что мышам, я вам потом показывал, сколько мыши собирали, целой кучи этих же, которые я полил с собой. Вот это был урожай. И вот я после такого очередного урожая я взял 300 фильмов, уже было готовых, тогда 300. Вот. Я взял их в одну папку и давай рассылать. Это было легко. Я набираю телеканалы вначале Москвы, потом Питера, потом города-миллионники, их там оказалось. Короче, 300 телеканалов. Я несколько вечеров сидел, только набираю e-mail, нажал отправить, нажал отправить. Все равно, думаю, ну хоть какой-нибудь. Может быть, куда сел-то потом ты и приехал. Может быть, потому что я в Кемерово, несколько телеканалов. Вот, может быть, он-то как раз, откуда бы он узнал? Это же не я его приглашал. Был звонок, может приехать, может. Может, это единственный случай из 300. И главное, никто спасибо не сказал, что 300. Никто не поинтересовался. Я знаю, они им нужен эксклюзив. Да я вам тут же десяток, 20-30 фильмов сделаю. И вот по этих двух примерах, что никто даже не среагировал на мои фильмы, вот, и никто не приехал, не вышел с того автобуса, ни одного журналиста. У них был накрытый стол, они приехали отдыхать. Инстинкт не сработал, значит, я не журналист. А вот это вот читаем. Сегодня 10 апреля. Сейчас, секундочку. Пересаживал саженцы абрикоса рыжий. Вышел ваш косточек в 21 году. Господи, как мне нужен урожай рыжего? А то опять дички. Соседка сказала, когда я вручил-то этот саженец. Сегодня. А вырастет дичок, мы уже растили. Нам авторитет майский уже удружил. При выкопке саженца ком земли распался. Земля рыхлая, вода не задержится. Высота на две, так. В общем, полтора метра. Очень даже ценный результат. Смотрите. Дальше человек стрелку рисует. Вот она, корневая шейка. Правильно? Правильно. Кстати, совершенно не так выглядит, как я бы хотел. То есть, вот, как все-таки есть какие-то свои, есть такое, как мы говорим, генотип, а есть фенотип. И вот фенотипические свойства, то есть, разброс гораздо больше. Даже корни, вот я первый раз такие корни вижу. Видите? Вот и спасибо, я теперь буду знать, что и такие корни бывают у абрикоса. У меня с флатуни. Крыша съехала, когда мне прислал фотографию корней флатуни. Первый раз в жизни растерялся. Вот. И вот получается, что с косточки вырос вот такой саженец. Посмотрим поближе. Я люблю любоваться вот этими вещами. Вот. Ну, тут четко обозначена корневая шейка. А если вот та дама абрикосовод, абрикосовед вот так вот закопала бы, и вот тут бы у нее была бы корневая шейка, сама образовалась? Нет, ребята, кроме смерти ничего. А это мой ученик. А эту стрелку нарисовал мой ученик. Вот. Дальше. Корни шикарно смотрятся. При выпуске постарался сохранить все. При их осмотре отрубленных не обнаружил. Перед тем, как выкапывать, нанес метку юг. Аплодирую. Как указатель юга и уровня посадки черной точки. Вот. Вы думаете, много таких нас, кто вот так делает? Один на 100 тысяч. Если человек убедил, это такое. Ну, там же я посмотрел этот журнал, да? Вы поверите, нет? Он еще на тот момент, он уже угас. Но все равно 200-то тысяч-то там... Смотрели же его? Вот, пожалуйста, корневая шейка сама найдется. Ага, сейчас. От чего миллионы деревьев гибнут? А вот наш парень, вот она метка. Вот он холм. Так, нет. В итоге посадил на холм, метка на месте. Саженец обрезал больше, чем наполовину. Срез замазал вам. Ой, Господи, ну наконец-то. Ну, наконец-то. Лучше бы он сразу бы вырос на этом месте. Они пересаженные. Ну, что есть, то есть. Вот. И вот он рыжий. Вот уже и меточка.
Все, посмотрели мы. Возвращаемся. Так. Ага, посадку рыжов посмотрели.